Приветствую всех зрителей канала Мьюзи Дьюринг Камираж. А это у нас продолжение серии Gridfall, да? В этой серии мы узнали то, что у нас есть мать, которая больна каким-то опасным заболеванием, да? И спасти ее нужно только каким-то противоядием. Это противоядие мы сможем найти, Мы сможем найти только где-то в заморских странах. Нам нужно будет отплыть, куда-то поплыть, найти... И перед отплытием мы с вами выполняем пару миссий, да? Миссии мы некоторые уже выполнили, типа помочь там столик собрать, который Константин, такой молодой чувак какой-то, походу матрос или что он там, напились там, сломали все, я пришел и немножко им помог, короче, все сделал за, ну так сказать, немножко помогли типу, чтобы его там не посадили и так далее, да? Все, мы там все сделали, чтобы он штраф не платил, мы там все заплатили за него, и я думаю, он нам поможет в будущем. Возможно, нет, возможно, да, но я думаю, Константин сыграет очень важную роль, и я решил помочь ему. Выйти, где Константин? Вот здесь, видите? Пойдемте выясним. Дадим Константину бортовую. Так, пару миссий сейчас пополняем. О, что это такое? Смотреть. Что? Золотые монеты? Ядовитая ловушка, которая взрывается при поражении врага, наносит урон ядом всем врагам в области действия. Лимфа чудовища. Лимфа извлечена из тела животного, ингредиент для создания разных зелий с помощью науки. Круто. Здесь всякие можно зелья творить, что-то чудеса делать. Мы, кстати, персонажа создали. Вот такого типа в шляпе, видите? Все хорошо. Блин, как отсюда выбить? Паралич, так, я, короче, маг. Могу доставать вот такие оружия. Я об этом раньше не знал. Так, тут что-то еще есть. Ягоды, ярышника какого-то. Так, подождите. Подождите, чувачки. Пойдемте, до того твока. Узнаем, где Константин находится. Вау, тут столько портовых мест, всяких людишек здесь. Какие-то квесты. Вообще, такой... Привет, братишка. Можно тебе дать что-то, нет? Очень плохо себя чувствует, типа. Вау, ужас. Так, ладно. Полетели. Вот здесь, Константин. Кто пьет бессмертие, тот пьет бессмертие, в землю уйдет, вино поможет. Да, вино поможет. Константин здесь? Мне нужно попасть на корабль! А, это Константин! А он и есть, он пьяный. Скупердяй, так тоже был прав. Я слышал голос Константина, он наверху. Что он делает там? Похоже, его заперли. И мне кажется, нас уже ждут. Бергись. Одно неожиданное слово, и разговаривать придется на языке мечей. Может, они к нам прислушают, так и люди никогда не отказываются от выкупа. Десарде. Не глупи, лучше пойти в обход, чем отдать вход один в золотую этому свободу. В обход. Выяснить, где Константин, освободить Константина. В обход пойти? Как войти в обход? Не, реально можно в обход пойти. Что за фигня? Это ход какой-то, что ли? Давай. Сейчас не получится? Блин, мы это не сломаем. Угу. Так. А как на это все сделать? А у нас, может, какие-то навыки есть, нет? Можно что-то сделать? Навыки какие-то есть? Так. Ловушки гистральные. Следующая очка 2. У меня все потратил, да? Таланты какие-то есть? Ремесло, наука какая-то еще, харизма. У нас харизма, кстати. Мы поработали харизмой, да, один раз? Блин, мне нечего. Тогда что делаем? Так, стоп, а что это такое? А, цветы какие-то. А здесь прыгать можно, нет? Куда прыгать нельзя, да? Вот что мы делаем? Оборудование, зелье. Вернуться, да? Так, окей. Старые склады. Так, смотрите, можно открывать здесь все. Реально можно все открывать. Приветики, приветики, чуваки, приветики. Мне надо обойти как-то. Ой, это еще какой-то, смотрите. Ладно, короче, ладно, идемте.
Здесь мне, наверное, полкарты обходить. Скорее всего. Освободить Константина снизу или сверху, да? Мы... А, с этой стороны давайте обойдем. Так. Обнаружение врагов. Когда персонаж передвигается скрытно, подходит слишком близко к врагам. Но это ладно. Обнаружение желтым цветом, да? А. Надо было от него избавиться. Вот еще сам же видели, как какой-то знатный богач. Забраться можно. Мы потихонечку пройдем, да? Хорош. Логово бандитов? А почему логово бандитов? В смысле, это Константин здесь находится или что? Почему здесь логово бандитов? Куда здесь бандиты? Стоп. Что мы тут делаем? Золото. А, сильное, сильное здоровье. Боеприпасы. Блин, Константин, походу, у нас вообще... А, наверху, короче. Он, походу, наверху. Здесь мы должны были войти. Через ту сломанную дверь, да, снизу? Что есть. Вот здесь мы должны были сломать, походу. Ловушка. Тут можем сломать что-то, нет? Сейчас не получится, да? Ну ладно. Так, давайте здесь все посмотрим. Позабираем всякие боеприпасы, ягодные ягоды всякие, боярышник, ключ преступников сирены. Ключ взяли, прикиньте. А здесь можно открыть? Все. Пусть она будет открыта. Если что, будем сюда сматываться, окей? Так, забираемся. Блин, прикольно, прикольно. Давайте. Вот это да. Так, ключик нашли. Куда-то мы зашли наверх. На первом этаже кто-то есть? Здесь что-то есть? Нет? Так, давайте забирать все. Тесно... Стоп, что тут? Крыть... У меня есть. Ключ преступника сирена. Есть. Золотые монеты. Зелье тумана. Боеприпасы какие-то. Боеприпасы? Зелье ярости. Хорошо. Это из ярости можем использовать. Че, больше здесь ничего нету? Ну, хорошо. А, вот еще что-то есть. Желчь. Какая-то желчь еще. Блин, прикольно. Все, здесь будем потихонечку ходить. Что-то меня услышали. Нас не должны здесь видеть по-любому. Все, идем наверх, наверное, Константин там сверху. А что, он бандит или что, я так и не понял? Или его поймали, наверное? Вот его поймали здесь, или что? Бандиты, да? Я слышу кого-то вроде. Что это? Что это такое? Ключ какой-то. Ключ от камеры Константина. Его поймали, связали, что? Константин, что, так напился жестко, что ли? Так, подожди, братишка. Кто-то может быть. Да, аккуратно, да? Зелье, сильная атака, боеприпасы, чистая железная руда. Окей. Блин, мы столько собрали уже отсюда. Сундучок. Вау, золотые монеты. Старый вышитый камзол. Броня. Больше на 24. Равновесие. О, это вообще классно. Класс. Братишка, у меня теперь броня есть. Может одеть? Вау, смотрите, какой классный. Камзол удачи есть. Снова... А, так у меня пожёстче есть. Вот этот. Стоп. Нет, этот ниже пожёстче вроде. Вероятно, трофеев здесь есть, да? А, давайте пока камзол удачи отдадим. Окей. О, смотрите, какой я сейчас. Прикольно. Есть по перчаткам что-то? Во! Перчатки ювелира. Одеть. Вау! Дальше что? А, сапожки есть? Старые с утяжеленным каблуком. С утяжеленным каблуком. Так, выбрать. Хорошо. Смотрите, как мы одеваемся. На спину что-то есть? Нету. А, шея.
Восстановление магии. Все окей. Шляпа какая? Шляпа первого открывателя. Нифига. Мушкетер. Интуиция. Хорошо. Выбрать. Смотрите на меня. Ай-яй-яй, смотрите на меня, смотрите, смотрите, смотрите. Вот это да. Вау, вот это да. А что вы думали? Вот такой теперь я. Со шляпой, со всеми делишками. А по оружию тоже можно посмотреть? Снаряжение. О! Украшенное костью оружия. Требования огнестрельное оружие. Я не могу, что ли, типа, пользоваться? Плохо. Это надо научиться. Это надо научиться, потому что, ну, без этого никуда. Все равно. О, есть. Заперто. Открываем. Константин, ты тут? Дурачок, ты тут? Господи! Все прекрасно! Но у меня еще много важных дел. Вот это да! То, что ты такой? Надо брать острово, подписывать договору, распределять деньги, добиваться уважения. Своего отца! Константин, это я! Дорогой кузен! Как я рад, ты все же меня выручаешь. А, это кузен? Делаю, что могу, насколько отправляемся, свой отец был недоволен, чтобы ты явился утром. Он ни разу в жизни не был мною доволен. Ты же его знаешь. Он тебя любит, даже назначил тебя наместником. Для того, чтобы убрать глаз долой теперь к делу, мы отправляемся на встречу по приключениям. Adventure. Мы идем в Adventure. Adventure. Снаряжение спутников. Выбрать Константин. Так. Выберите Константина на экране снаряжения, нажав влево или вправо. Верните ему его деду старый вышитый камзол. Старый вышитый камзол, это его? А, это его одежда. Это твоя одежда. Прикольно. Нет, нет, в смысле. Выбрать. Так. Так. Старые перчатки из сирены. Где топовые перчатки, нет? Где ты топовые перчатки на тебе? Офигеть, вот это типок. У тебя есть старая ржавая рапира. Шикарно. Поношенная фетовая шляпа. Короче, у тебя топ. Стоп, нет, не то. Вот это поинтереснее. По сапогам чё? Нет, эти топовые, да? Старые сапоги из сирены. Какие-то топовые у тебя все равно, братишка. Чем где? Одежду хотели принести ему. Выполнено, что дальше? Сопить капитана, что вы готовы к отплыву. Сопить капитана, что вы готовы к отплыву. В смысле, два капитана, что ли, каких-то? Я не знаю, какому именно. Пойдем к любому. Так, стоп, мы тут все посмотрели, чуваки. У нас уже трое. Мы можем... Где-то что-то было, нет? Ничего не было? Ну ладно, идем отсюда. Так, сматываемся. Все, чуваки, нам надо сматываться. А мы можем переключаться между игроками? Нет, не можем. Типа я только могу ему броню променять. Ну окей. Вау, тут у нас эти способности будут. У нас будет миллион способностей. Эй, убирать, убирать все. Убирать оружие. Оружие убрать. Все. Оружие убрать, чуваки, потихонечку идем. Сматываемся с этого выхода, да. Вот отсюда сматываемся, чуваки. Все. Шикарно, у нас вообще план. А, мы должны были это сломать? Братишки, я тут все сделал. Вот так. Вот так вот, все. Шикарно. Нас не спалили. Мы вышли отсюда. Невредимые. Все стащили. Забрали этого типа. Поднимайтесь, чуваки, поднимайтесь. Вы там что будете в неделю подниматься? Так, давайте. Нам туда лучше не идти, наверное, да? Это лагерь бандитов какой-то. Надо отсюда сматываться. Мне не нравится. О. Золотые ядовитая ловушка, боеприпасы. Окей, боеприпасы это тоже хорошо. Блин, игра прикольная.
Игра прикольная, что-то напоминает Готика, типа, кто играл в Готик, кто-то, может быть, немножко отдаленно, типа, Фейбл какой-то, что-то типа такого. Какой-то RPG прикольный с выбором, ну, будущего какого-то, да? Все зависит очень сильно. Что это? Что это такое? Мы на взрыв сюда прошли? Что это такое? Кто такой? Капитан, нам скоро отчаливать. Вы не забыли о моем поручении? А, поручение вы? Да, наконец-то же удалось получить ваш груз. А, вот этот груз, да? Это прекрасно, но у меня есть для тебя еще одно задание, Курт. Какой-то еще Курт. Так, черт побери, я капитан. Я не мальчик на побегушках. Генерал отдал приказ. Хорошо, что от меня требуется. Товар нужно как можно поскорее переправить на Тирфразе. На официальное оформление груза займет целую вечность. Мы также потеряли много времени из-за того несчастного торговца. Вы хотите, чтобы мы занялись контрабандой? Я бы не смотрел посмотреть на это вас, милорд. Ага, за Курта вы спокойно просите. Что ж, если он пойдет более законным способом, я буду тогда рад. Главное, добитесь цели. Не, я не буду выполнять, наверное, кажется. Мне кажется, нет? Груз должен попасть на остров в ближайших кораблям. Чудесно. Сейчас. Жду вашего возвращения, уверен, у вас все получится. И все, и пойдем, может быть, найти способ достать груз на Тирфраде. Ладно, пойдемте, побудем. Интересно, что... А где груз мне? Где искать-то вообще это все? Торговец какой-то. Пойди поспрашивай, да? Пойду, короче, к этому типу. Здесь сирены, все сюда, только еще не видели. Офигеть, старые склады. Давайте, вводите корабль, смотрите, находится сирена. Так, сирена. Так, так, господин де Курсион. Что за господин де Курсион здесь появился? Подождите, давайте до этого господина де Курсиона дойдем. Что за господин Курсион? Ты здесь? Ну-ка, давай. Ваша светлость, как я рад вас видеть. Мы с вашим отцом без кое-что пропали. А, перестаньте, господин де Курсион. Мой отец может быть и зол на меня, возмущен, разочарован, но никогда от меня ничего не беспокоит. Простите, что доставило беспокойство. Кстати, я очнулся в какой-то грязной хижине, вокруг меня стояла головорезы. Несмотря на похмелье, я начал придумывать план побега, и тут... Константин рассказывал, да? Та-дам! Откуда ни возьми, появился мой дорогой кузен. Спас меня. Какую-нибудь принцессу из Бэншни. Прикольно. Накануне отплытия вам следовало бы воздержаться от гуляния с разбойниками. Господин де Курсион, жизнь без риска, как еда без соли. Скоротища. Salt of life. Хэм, боюсь, неправильно истолковали мое наставление. Сарт, вы хотели меня о чем-то просить? Не надо. Мне нужно идти. Нужно успеть кое-что сделать до отплытия. А, кстати, может быть, он знает про отплытие вот эти? Так, подождите-ка. Давай-ка спросим. Ну, не знаю, стоит какой-то должность или просто его смотреть за ними. Просто... Кидушка, я иду качественный вашего советника, только и всего. Хотя его светлость просил мне собирать стратегически важную информацию. Какую? Поэтому мне нужно будет вести летопись, составить карту острова и его ресурсов. Ага. А также собирать сведения о опасных животных, обитающих на острове. Опасных животных? Ваша помощь в этом деле будет бесценна. Я уже слишком стар для этого, дороги получения. Да не сказал бы, бро. Буду счастлив помочь вам. Все, я смотаю. Мне нужно идти, нужно успеть кое-что сделать до отплытия. Ну ладно, давай. До отплытия тогда, да? А, ну, этот тип точно не знает про поставки ничего. Ладно. Давайте к этому капитану. Привет.
Константин Арсей, будущий наместник, Тир Фради, рад знакомиться, капитан. Буду счастлив в путешествии с вами. Амиго, благодаря за... Благодарю вашу светлость. Надеюсь, вы останетесь довольны. Все готовы? Можете сниматься? Аплайн Про, как и договорились. Мой юнга также не проявил, придется плыть без него. Не появился юнга. Просить помощи с товаром. Хочу кое-что вам попросить. Слушаю. Мы хотим бросить на корабль кое-какой товар. Это невозможно. Вы опоздали. Все грузы нужно регистрировать в порту управления, это занимает много времени. Надеюсь, вы не предлагаете мне провозить контрабанду? Нет, не что вы. Прежде всего, есть о нескольких ящиках. Ну, придется подождать. Следующий корабль новый серый отправляется через месяц. Проклятие, если я не отправлю груз сегодня же, генерал с меня шкуру спустит. Капитан, я хорошо вас понимаю, но мне нужно получить эти ящики на ваш корабль. Вряд ли, даже если я вам помогу. Ну, в смысле, что получилось? Вас поймают. Ему кажется, что какая-то банда хочет провести на мой корабль контрабанду на Тирфраде. Он выставил охрану у складов, куда поставил все, и нужно погрузить. Успели принести туда, вписать судовскую гнозь, оставить на причале. Простите вас, и придется подождать в следующем корабле. Видите, Курт, я пытался. Генерал, мне придется оторвет. Я на ней случай получил мне неполнимое задание. Значит, нам придется самим поправиться с судовым. Наверняка лежит в кабинете капитана порта. Капитана порта? Позвольте юнги. Уточнить, когда его видели в последний раз, узнать, ли он у него знакомый с Сирией. Так, если... Не из... Вряд ли, он точно сказать не могу. Узнать ли есть у него друзья? Точнее, когда вы видели в последний раз? Среди матросов? Все мы одна большая семья, но все все он дружится с Флавией и Лауро. Флавия и Лауро. Может, давайте несколько вопросов. Узнать они на берегу, в порту. В порту на берегу, да? Спросить. Все, сматываемся. Soon, скоро вернусь, капитан. Так, интересно, что делаем. На берегу возле порта. Взяли монеты, боеприпасы. Так, мы что-то воруем даже здесь, да? А где они тут возле этих? Так. Вот, какая-то территория других государств. Эта территория принадлежит другим фракциям, доступ сюда вас закрыть. Чтобы вызвать подразделение, наденьте куртку или кирасу фракции. Вы можете прекратить замену, если вас обнаружат, ваша репутация ухудшится. Чего, блин? А у меня нет такой фракции, нет? Да вообще пофиг. Портовый район, склады на... Здесь идея, как пройти туда незамеченным? Давай пойдем в здание, может быть, где-нибудь пойдем в лазейку. А что нам надо там позидеть? А, нам надо провести туда, да? Занеси форму. А где ихняя форма нафта? А какая у них форма нафтов-то? Чего он там сказал? Я чуть пропустил. А, форма нафтов нам нужна. Давайте искать ее, может быть, здесь. Что-то я боюсь проходить. Стоп, это что? Давайте зайдем, наверное, пофиг что. Проверим, что там сейчас внутри. Что здесь?
Ай! Чуваки какие-то! Блин, здесь реально... Что-то мы зашли, конечно, жестко. Надо было форму одевать. Давай, давай! Давай, давай. Хорош. Давай, давай, бей! Давай, давайте, бейте, бейте их! Выпей какую-то фигню, говорят. Не, чуваки, выпивать не будем. Разматывайте их, разматывайте. Все, мы форму, короче, не будем забирать. Да, мы подрались, короче, я так понял, да? Зелье магии, я не знаю, сюда бы надо было. Стоп. Первый уровень. Не можем? А, ключи искать надо тогда. Уровень взлома недостаточно высокого этого замка. Ага. Может, мы зря здесь поднимаемся, чуваки, а? Здесь надо все взламывать. Подожди. Здесь никого нету? Нам на чё, груз провести, бро, да, тогда? Чё, сматываемся отсюда, я так думаю. Сматываемся туда. Так, давайте посмотрим, что здесь. Вот они, да? Приветики. Смотри, нельзя доступ в тюрьму. Жан, только нафтом. Ага. Только нафтом, да? Окей. Зачем нам в тюрьму? Понял. Стоп, а какая у них одежда такая синенькая, такая непонятная, да? Это нафты? А, это вот он значок, видите? По-моему. Тут есть значок. Склад. Сюда. Аккуратно. Аккуратно, склад. Если скрытый, иначе вас на охрана, ваша репутация ухудшит, чтобы не вызвать подозрения. А вас он не видит там или что? Реально? Он вас не видит? Ну, наверх подняться. Хорош. Так, этого рассмотрели. Ботинки помощи капитана. Золотые монеты, так, хорошо. Так, скрытая атака какая была, да? Блин, мне нет взламывать, нечем. Так, здесь что? Он нас пока не видит. Он пока нас не видит, да? Давай, 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 пока его. Раз! Хорош. Смотреть. Через золотые монеты, боеприпасы. Окей. Так, что здесь такое-то? Боеприпасы, обсидиан. Обсидиан. Обсидианчик, да? Блин, здесь надо все взламывать, короче. Здесь сделать нам нечего. Все, смотримся отсюда. Склады какие-то, короче, здесь были. Какие-то нафты здесь. Склады нафтов. Надо все сматываться, я думаю. Здесь все-то не то. А, надо найти этого главного по порту. Да? Что в район? Привет. Так, что вы тут? Капитан, милорд, нам приказано ждать с товаром тут. А. Подождать, мы еще не выяснили, как попасть на склад. Какой склад-то? Сирена. Подождите, чуваки, какой склад-то, ё-моё? Вот это склад или чё? Здесь закрыто, смотрите. Well, now, can we get going?
You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse. На склад какой-то. По миссии как узнать? Разметить российский ущерб, так, причину золота. А, золото пойти сейчас ему надо отдать. А, я сейчас не найду, наверное. Так, это, наверное, важные, да, миссии? Мы же вышли. Мы же здесь как бы зашли, тут что-то, ну, не так, ничего такого важного нету. Размотали лохов здесь. Все, мы здесь этих лохов размотали. Склады все обыскали. Ну ладно, пойдемте еще дальше искать. А вон они, смотри, стоят. У нас одежды-то нету никакой. Блин, я думаю, может быть, сзади зайти как-то, а? Здесь мы все взяли. Ага. Где мне одежду найти? Интуиция. А вы слышали? Колокола? Почтовое управление? Мы же не в те. В самом деле, скорее бегите, капитан, брата. Явиться к нему, наверное, что-то случилось. Кстати, я тоже ничего не слышал. Пошли скорее, а то получим. Конечно. Идите, идите. Я просмотрю. Что надо делать? Сматываемся, давайте. Блин, реально, давайте быстренько сейчас обыскаем. Нифига он жесткий, да, типа? Так, все. Так, это я, короче, забираю. Все забираем, пока типы не пришли. Так, здесь заберем ягоды какие-то. А что, реально? Реально вы тут все? Хотите забрать у них? Так, вот тут дверь какая-то есть. Что там? Окей, склады нафтов. Что-то мы ход какой-то нашли. Так, и что? Здесь ничего нету. Блин, братишки, тут ничего нет вроде, нет? А там тоже типа? А, там смотрите. Так, ягоды какие-то. А, я упал. Так, мы что-то находим вроде. Что-то мы нашли вроде здесь, да? Что здесь? Это склады, склады, склады. Блин, я думаю, надо будет... А, вот отсюда можно было пойти, подняться. You cannot pass. Only the Norts have access to the prison. Поговорить никак нельзя. Может, подраться с ними, а, все-таки. А лимфа, чудовище, ягоды. Так, ягоды, ягоды. У вас одежды никакой нету? Чуваки. Давайте обойдем это место. Здесь мы были, да? Тут подняться нельзя. Так, здесь подняться невозможно. Через верх. Не получится, наверное. Блин, надо, наверное, здесь. Будем воевать или что делать? Окей. Блин. Здесь воевать нельзя, что ли? Блин. Ладно, ищем, ищем тогда. Чуваки, ищем одежду тогда. Ой-ой-ой, еще какие-то склады. Блин, нас спалили. Нас спалили, чуваки. Так, стоп. А, он больно бьет. Хорош. Блин, нафига себе, конечно, я ворвался. Бей-бей-бей. Хорош. Давай. Ой, хорош. Блин, ну мы ворвались, конечно, жестко. Слишком. Так у меня уровня нет ничего взломов, чуваки. Может, что-то надо какой-то ключ, я не знаю. Ключей нет никаких.
В любом должен быть ключ какой-то, да, чтобы все открывать. Здесь не открыто. Так. Ой, жесть. Ой, жесть. Ладно, надо, нужен торговец. Нам нужен торговец по-любому. Так. Сейчас мы поищем этого торговца. Здесь что? Избавиться от экрана склада? А, так надо просто всех разматывать. Так, торговец где? Нам просто надо было, наверное, размотать их всех и все, да? Ты торговец? Да нет, ты мне должен продать что-то, нет? Блин. А ты знаешь что-то? Привет, 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 привет. Так, вы ничего не знаете, да? Ладно, попробуем сейчас еще раз, может быть, издалека размотать их. Нельзя. Нельзя, да? Orders haven't changed, you know. No one... Интуиция. Настоять. Мы уже посмотрели все. Все, нам это не надо. Здесь мы все посмотрели, все, здесь нам ничего не надо. Но осталась форма. Найти форму только. Так, ладно. Идем искать форму. Так. Портной какой-то, я не знаю, кто тут у нас с формами, может быть, распределяется. Так. Здесь что за магазин? Закрыто, да? Так, чуваки, подождите, подождите. Опа. Мы здесь кого-то размотали. А, я помню этот переулок страшный, да? Бандитский переулок какой-то. Этот нам ничего не продает, блин. Этот нам ничего не продаст. Подождите, подождите. Здравствуйте. Так, вы не продаете ничего? Из одежды. Площадь князей. Вау, тут что-то горит все. Сирена. Так. Блин, этот город, конечно, большой. Это что? Торговец. Вот, торговец. Привет, братишка. Ура! Можете... Добро пожаловать. Мы тебя с вами видеть. Привет, бро. Да, показать, показать. Купить. Одежда. Старая шляпа исследователя. Шапка алхимика. Шляпа путешественника. Матроса. Бушлат таможенника. О! Вот он, да? Нет? Синенький, да? Да, это он. Бушлат, помощник капитана с Горжетом. Это ты, нет? Синенький же, да? Вроде. Похоже, да? Не знаю, может быть, maybe. Так, а здесь что, есть синенькие? Нам просто сверху одеяние хотя бы, да, здесь? Ну, есть такой, короче. Не хватает золотых. А что, я хотел купить, что ли? Не надо покупать пока. У меня 163, давайте продадим. Продажа. Продажа, давайте сделаем.
Ну, следующее такое. Сколько она стоит? 3? 3 на 7. Так, 13. Так дешево все стоит. Так. Блин, ну нам не хватит. Но если только такое дешевенько купить, да? Надеюсь, я правильно покупаю. Просто я вообще не шарю. Ну, давайте смотреть. Стоп, не то. Одежда. Так. Маркиза. Хватит? Блин, нам все равно не хватает. Хотя бы вот этот купить, да? Хотя бы вот этот вышитый камзол маркиза купить. А у нас что, типа? Камзол удачи. И что? Фигня, да? Ладно. Мне кажется, все-таки... Привет. Конечно. Продать. Так, продаем все-таки. Рапира алхимика. Сколько стоит? Блин, тупая. Чего ее продавать? Нам она понадобится. Я бы его продал бы, рапира алхимика. Нам типа сейчас не надо, оно сейчас реально. Может это все-таки обсидианы? Порублю. Блин, плохо. Хлам. Изобразим изображениями фамильного игра. Предмет для продажи торговца. О, давай вот это. Да. Вот это вообще легко продадим. Один из шляп. Так, фигню из шляп продать, может быть. Вот грязную рубаху тут продадим. Да? Дорожную одежду тоже можно продать. Так, еще немножко не хватает. Эти перчатки еще продадим. Хорошо. Так, сколько там надо? Типа ботинки дурацкие продадим. И помощь капитана. Вообще магия. 21-24. Продаем, пофиг вообще. Так, давайте смотреть. Покупка. Можно купить? Одежда. Сейчас можно купить даже жесткую. Дорого стоит, пипец. Нам вот этот нужен, да? Этот не подойдет он. Или этот, или этот. Вот этот, короче, покупаем. Вот этот покупаем. Вышли матроса, да? Давайте. Окей, одеваем эту штуку. Пытаемся пройти. Все нормально, да? Надели? Let's go. Шляпу что, снимать эту, нет? Она может... Или может любой использовать, да? Let's go. Так, давайте бежим. Ну, я надеюсь, план про у нас получится, потому что мы переоделись вроде в типа. Старые склады, кстати. А что у нас здесь? Тут контроль хотя бы что-то не знает. Кстати, мы, может быть, не туда пошли. Реально, может быть, здесь что-то? Так, стопы. Может быть, здесь она что-то поговорить? А, здравствуйте, мне сказали, что вы дружите с Джонсом, вашим юнгой. А, ну да. Что ищете? Да, капитан поручил мне его найти. Кстати, здесь найдем типа. Рад, что так серьезно к этому тисику, я могу помочь. Чему? Спросите о юнге. Спросите, когда он видел последний раз. Кто будет последний раз? 2 дня назад вечером мы с Джонсоном на Лауру вместе плыли
В таверны. А, пили в таверне. Пили в таверне. Видимо, ничего необычного. Чем-то встревожен. Сам умилался. Он выглядел задумчиво. Как вам кажется, почему? Честное слово, понятия не имею. Спасите привычка. Чем же время удовольствия? Чем занимается, короче? Болтается без тела. Юнга платит двое меньше. По вечерам мы обычно сидели в таверне вместе с Лаура. Никогда. Он свою пинту тянется весь вечер. Словно горькая микстура какая-то. Не языком? Никого, насколько я знаю. Спросите, есть ли у него враги? Да такой не может, Джонс, большой добряк. Пенбросси у него не лезет. У меня пока нет ни одного зацепки у вас. Встречу рассказывает, что парня умыкнули бандиты. Вы его верите? Вау, хороший парень, но мне как брат. Но, правде сказать, пьет он многовато. Да. Всяким бывает, но чем чаще с другим, тем пьет без продыха всякого мерещится. Вот вчера пробыл чуток. И мне показалось, что я слышу голос Джонсона над каналом. Ну, я тоже позвал, но мне никто не ответил. Его улыбка мутит рассудок. А спросите о капитане Власко. Что вы думаете о капитане Власко? Искатель Мариат, отличный командир. Ну, хотя молод, отлично знает свою работу. Сколько ему лет? 25, нет. С таким успехом он у адмирала выберется. Жестко. Окей. Бандиты, короче, его схватили. Он напился, как обычно. Бандиты его схватили. Что за книга? Дневник контрабандиста. У меня два новых зайца. Хотя бы ехать в Альсад, пока не поймали инквизиторы. Это усложняет работу. Думаю, я смогу незаметно провести их на корабль. Но придется потрудиться. Надеюсь, им хватит терпения. Спрячу их пока на складе за портовым управлением. Туда-то инквизиторы здесь не сунутся. Ага, ага. Спрячу их на складе за портовым управлением. На складе за портовым управлением. Туда никто не зря точно не сунется. Ага, есть. Еретики переоделся в нафтов. Я переоделся, да! Я в нафта переоделся! Я переоделся в нафта, ура! У матроса. Блин, вот он был. Вот можно было переодеться, смотрите. Видите? Вот он. Вот мне то же самое. Потратили денежки, короче, ладно. Ну что, прикольная серия у нас получилась. Переоделись, в общем, и матросов. Сейчас будем, наверное, выполнять потом следующую миссию. Прорываться куда-то что-то делать. Пока контрабандисты найти этого юнгу, который обратно там напились, короче, блин. Вот вы все напились, а потом начинают вас искать. Ладно. Огромное всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, следующая серия будет тоже прикольная, так что смотрите, смотрите все, колокольчики ставьте, да, друзья, с друзьями тоже делитесь, а всем огромное спасибо за просмотр, всем пока, до встречи.